обстановку. Мы потеряли двигатели и сонар. Мы ослепли. Убить их. Убить всех, Джай Джо. Взорвать паковый лед. 7 минут, сэр. Он приказал своим отступить. Хочет паковый лед взорвать. Дьюк вызывает Джай Джо. Сейчас взорвут паковый лед. На вас обрушатся тонны стали и льда. Что? Всем возвращаться! Быстро назад! Господи, дверь, 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 скорее! Быстрее! Анна, мы можем сейчас же отсюда выбраться, целыми и невредимыми. За ними. Это по-нашему. Нас сейчас накроет, Юг! Я не дам этим двоим уйти! Выбирайтесь! Скорее, Дьюк! Вот мы и остались наедине. Я кое-что разработал. Специально для тебя, Джеймс. Сначала будет немного больно. Потом станет много хуже. Наномиды. Идеальные маленькие хирурги. Нет! Вот и я занял свое место в истории клана Маккалленов. Джеймса Маккаллена больше нет. Отныне ты Дестро. Что ты со мной сделал? Настало время для Кобры поднять голову и показать себя. Ты будешь называть меня командиром.